Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении периметра налога на дополнительный доход. Это сделано с целью простимулировать добычу нефти на истощенных и новых месторождениях. В итоге мера коснется 86 участков по всей стране. Сейчас объем трудноизвлекаемых запасов в России составляет порядка 65% от общей добычи. И чтобы достать такую нефть, требуются колоссальные затраты. Нетрадиционные технологии, специальное оборудование и реагенты. Режим НДД позволяет уплачивать природную ренту с учетом затрат на добычу. Закон напрямую касается и Югры. В сферу действия налога на дополнительный доход включились сложные месторождения, с разработкой которых занимаются в частности Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл и Газпромнефть.